блин, и все-таки самая крутая песня Нирваны. Вот Smells Like Teen Spirit, обожаю ее. Да, отличная песня. Вот Курт, зачем? Зачем он с собой это сделал? Не знаю, ну ладно, мне, наверное, уже пора в школу, так что... Давай хотя бы дослушаем эту песню. Ну нет, извини, мне уже правда пора, давай ты один дослушаешь. Ну, ой, сейчас эти одноклассники опять! Держись, я буду ждать тебя, где обычно парни. Солнышко, ты не ошалела директору жаловаться? Из-за тебя у Кэт Ротокоп вызвали! Ты у нас уже 9 лет вот здесь сидишь. И снова к нам придет психолог. Вот о, будет опять этот цирк. Давайте дружить, деточки. Улыбайся. Ну, чего не улыбаешься? И все из-за тебя. В общем, ты аккуратнее, пожалуйста, в следующий раз. Ты знаешь, могут случайно в лесу найти. Без ног, скажем. В канаве. Так отправишься к своему папаше. Герта! Вот ты где опять сидишь в этом своем дурацком парке. Вместо занятий в школе мне опять звонила твоя учительница. Ну, когда же это кончится? Почему ты занимаешься какой-то фигней этой своей дурацкой музыкой? Тебе что, мама не говорила, до чего эта музыка довела твоего непутевого папашу? Ну, что ты молчишь? Ну, он просто музыкант. Просто музыкант. Он пил со своими друзьями и чуть твою мать не свел в могилу. Нет, нет. Он чуть не свел ее в могилу. Они тусовали здесь тоже, в этом дурацком парке. Их зарезали. 10 ножевых ранений, блин, и глаз выколол. Ты этого ты хочешь? Нет. А тогда что ты здесь делаешь? Почему ты не в школе? Почему ты не учишься? Я не понимаю этого. Я реально не понимаю. Тебе мать не говорила про то, что как вот они молодые, с твоим этим папашей дурачком здесь мотались, мотылялись, бухали. К чему это привело? Группу у них была, играли, да-да-да-да, как дауны, блин. И ты, и вот по этому же по пути ты же и пошла. Ты этого хочешь, я вижу, да? Я ж тогда тоже, да, с твоей матерью общался, но я был нормальным и остался нормальным, понимаешь? И в итоге она меня и выбрала. И поэтому мы живем сейчас нормальной жизнью, а ты нас тянешь куда-то назад. Зачем? Я опять захожу к тебе в комнату, там играет какая-то музыка. Бей-бей-бей, эти твои, блядь, музыканты. Дю-дю-дю-дю. Куда ты, Кать? Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Ну, куда ты идешь? Если бы сейчас твой папаша был рядом, я бы ему сказал, посмотри, до чего ты довел свою жену, да, неудавшуюся, свою дочь. Ты что, хочешь, чтобы она тоже умерла, блин, как и ты? Вот в этом же парке, вот вы здесь рядом сидите. Фу ты, я не могу вообще с тобой говорить. Куда? Куда ты идешь? Когда ты, наконец, прекратишь разрушать свою жизнь? Так, мама скоро приедет. Я жду тебя сейчас дома. Поговорим с тобой серьезно уже, Серёж. Идем! Не печалься, принцесса. Не грусти. Я так больше не могу. Здесь только ненависти в этом мире. Меня ненавидят абсолютно все. Учителя, одноклассники, мама, отчим, даже простые прохожие. И самое главное, за что? Я им ничего не делала. Я хочу просто делать то, что мне нравится. Просто слушать музыку. И все. Что? Нельзя такое говорить. Что? Нельзя так унывать. В мире очень много любви. Какой любви? Где она? Кто меня любит? Никто. Здесь только... вопросов и мало ответов. Вот почему мне, за что? Если хочешь, мы можем пойти туда, где нет вопросов. А есть одни ответы. Пойдем с нами. Let me